черга вийти на нашу сцену хлопцеві, чию усмішку і досі згадують усі дівчата, котрі були на Дніпропетровському кастингу. Станіслав Мильник. Здравствуйте. Здравствуйте. Было очень страшно, потому что а вдруг мне кажется, что я там что-то умею петь, а на самом-то деле это не так. Чтобы ты все-таки осталась с этой улыбкой очаровательной и с этим классным настроением, пел дальше в нашем проекте. Я говорю «да». Спасибо большое. Позвонил. Ну, ты видела? Я говорю, видела. Я прошу. Она, правда, меня очень сильно поддерживает. Я себе не представляю себя и свою жизнь, если бы, ну, бабушки вообще не было у меня. Вот, я бы, наверное, был другим человеком. Я родился в актерской семье. Мой папа и мама, они актеры. А так как они на гастролях были часто, я рос в окружении своих игрушек и своей любимой бабули. Ну, я русские песни пою, а он эстрадные поет песни. Царь горы, тот, кто сильнее, жаль зимой рано темнее. Я запела, он тоже запел. Он помогал мне. А теперь я ему помогаю. Вырасту взрослым, стану мудрее, не умирай, молодость, не умирай, молодость. Я же не просто так, наверное, сюда пришел, а для того, чтобы зацепить, чтобы вот меня увидели, чтобы люди, я есть. Конечно, я им горжусь, я его очень люблю и очень хочу, чтобы он занял первое место. В пятницу пройти бы дальше. Понятно. Остается держать кулаки, бабуль. Я понимаю, что бабушка гордится, потому что любит меня, но я еще не достиг того уровня, чтобы она мне действительно могла, ну, сказать: это мой внук. Дівчата, приготуйтеся. Стояти перед його усмішкою неможливо. Дуже приязний і зовсім трохи зухвалий. Станіслав Мильник.
разговоры мне эти. Я за ночь с тобой отдам все на свете. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры мне эти. Я за ночь с тобой отдам все на свете. Про него порасскажут всякое, просто так не болтают все же. А ты ходишь за ним, послушная, повторяешь, он хорош. Україна має талант. Стаса, я у захваті, дівчата у захваті. Ну що ще потрібно? Ну да. Тобі самому як, сподобалось? Ой, дуже здорово. Скажи. Да, супер. Панове судді, мені здається, що поруч зі мною стоїть новий улюбленець дівчат, готова поп-зірка. Слава. Ну, в этом я не сомневаюсь, судя по тому, как верещал зал, в общем-то, его прекрасная половина. Тебе удалось сделать самое главное. Тебе не нужно все отдавать. Тебе достаточно было спеть, и уже, девчонки, весь зал твой. Спасибо. Ну, что касается самого выступления и тебя вообще, мне так приятно видеть таких участников у нас. Во-первых, таких светлых, лучезарных, с прекрасной улыбкой. Скажи, Оксана, ну просто душа радуется. Очень трудно говорить, если нужно критиковать. Сейчас подбираю слова. Знаешь почему? Потому что честно хочу сказать, что вот прошлое выступление мне понравилось больше, чем это. Но это было настолько зажигательно, ты был совершенно другой, такой необычный, что тебе удалось покорить девчонок. Я искренне верю, что зрительницы, которые смотрели сегодняшнее твое выступление, будут голосовать за тебя. Я скрещиваю пальчики или держу кулачки вместе с твоей бабушкой. Спасибо. Дякую. Але дивовижна річ, від п'ятниці до п'ятниці напруження і нервовість наших учасників тільки зростають. Що це таке, Влада? Это нормально, это прямой эфир, и для большинства участников это впервые в жизни, почти для всех. Стас, скажи, пожалуйста, вот выступление на кастинге и сегодня, чем для тебя отличалось, вот по ощущениям внутренним? Ну, тогда я переживал, наверное, гораздо больше. Тогда больше? Да. Ну, тогда я не соглашусь со Славой, кстати, по поводу прошлого выступления. Мне сегодня ты понравился намного больше. Ну, мне понравилось. Там а была тебе расстроена гитара. Ну, ты для меня сегодня... Він обманює, він хоче показатися просто мужнім таким, сміливим. Да. Просто, я сейчас расскажу, было видно, что волновался. В этом как бы нет ничего плохого. Трохи но... не зламав.
Стик у микрофона. Это, да, это тоже нормально. Ты для меня, дело в том, что был такой себе темной лошадкой. То есть непонятно было, чего от тебя ждать в прямом эфире. А что касается выступления, вначале было спокойно, потом музыка нарастала в своем развитии. Ты начал психовать, вот вовремя начал. Поэтому все классно. Что мне не понравилось, иногда, когда ты себе позволял больше, чем на прошлом выступлении, скажем так, видно было, что ты ждешь чью-то оценку, ну вот какой-то жест яркий. Вот это нужно отбросить, потому что если ты будешь нравиться себе, ты будешь нравиться всем. У тебя получается, иди дальше, круто. Спасибо. Не переймайся, йому ти не так, і ти не так, йому ніколи не догодиш. Мені сподобалось. Ігорю. Я, до речі, також не згоден. Зі Славою. І Владом. Та й з Владом також. Не з Владом якраз, більше не погоджуюсь. Все класно, все вийшло. Я тобі хочу сказати, що ця пісня, яку виконував покійний Женя Білоусов, вона абсолютно нетривіальна. От повір мені, скільки я чув переспівок в караоке, в інших конкурсах цієї пісні, що ніхто її не виконав так щиро, як ти. Трошки, може, переграв, ти думав, що це пісня типа Бель? Ні, це простіша пісня. Але, о, посміхаєшся взагалі, супер. Мені сподобалось, це було класно. Спасибо. Дякую. І краще, ніж на кастингу, однозначно. Дівчата, в першу чергу я звертаюсь до вас. Ви хочете побачити цього хлопця ще раз? Впевнена, що так. Для цього потрібно зробити зовсім небагато. Просто зателефонувати 0900-102-002 та надіслати смс-повідомлення на номер 3399 із кодом 02. Ви пам'ятаєте, що з одного телефонного номера за одного учасника проголосувати можна лише 10 разів. Тож, якщо цей хлопець вам подобається, ви знаєте, що робити. Стасе, щасти тобі, дякую. Спасибо. Станіслав Мельник. Дякую.